Приветствую! Я Мувик, ваш интерактивный помощник. Я подготовил для вас квиз. Вас ждет 5 раундов по 7 вопросов о кино. Вы можете играть самостоятельно или командами. Приступим. Камера, мотор, квиз. В первом раунде я покажу вам стоп-кадры рук персонажей из кинофильмов, мультфильмов или сериалов. У вас будет 20 секунд на размышление, после чего я раскрою ответ. За каждый правильный ответ начисляется по 1 баллу. Начинаем! Вы молодцы! Первый раунд завершен. Подсчитайте свои баллы. Во втором раунде вам необходимо назвать фильм по актерскому составу. Вам отведено 30 секунд для размышлений. Приготовьтесь, начинаем!
время поставить видео на паузу и подсчитать баллы. В раунде номер 3 я включу вам аудиоотрывки из кинофильмов, а после дам 20 секунд на обсуждение ответа. Слушаем первый аудиоотрывок. Рэдж, Рон, у Ричардсонов образовалось срочное дело, вами займемся мы. О, это лишнее, спасибо, но хозяин уже пошел за пивом для нас. Ничего, если я сам себе кружечку налью. Что это? А ты как думаешь, петушила, это ствол? Это не ствол, это гребаная скалка. Вы из передачи «Веселый пекарь»? А ты как думаешь, петушила, это ствол? Это не ствол, это гребаная скалка. Впрочем, оставь себе, грязное животное. Жмот. Я сосчитаю до 10, если ты не уберешь свою мерзкую, гнусную, трусливую задницу с моего порога, я набью твои кишки пулями. 1, 2, 10. Я сосчитаю до 10, если ты не уберешь свою мерзкую, гнусную, трусливую задницу с моего порога, я набью твои кишки пулями. Привет. Не дело, когда парень звонит девушке, хотя она не давала ему свой номер телефона, поэтому я не звоню. Прием. Да, так будет, на мой взгляд, куда деликатней. Слушайте, я все думал про надпись у вас на лбу. Не сотрете ее на один вечер в пятницу, чтобы пообедать? Прием. Слушайте, я все думал про надпись у вас на лбу. Не сотрете ее на один вечер в пятницу, чтобы пообедать? Прием. Собакам и мексиканцам вход воспрещен. Я помню этот знак с самого первого дня работы заведения. И он висел над баром каждый день, а сняли его оттуда 2 года назад. Мини стала впускать собак. Собакам и мексиканцам вход воспрещен. Элбистром, Даллен, почему у тебя столько газет разбросано по всему полу? У тебя что, собачка? Какая-нибудь чау-чау? Нет, Аллен. А что это, дождевик? Да. Элбистром, Даллен, почему у тебя столько газет разбросано по всему полу? У тебя что, собачка? Какая-нибудь чау-чау? Через 15 минут я должен встречать министра обороны Японии. Это катастрофа. Если хотите, подвезу. Я знаю дорогу в аэропорт. За 15 минут? Невозможно. Вперед, мой генерал. Если хотите, подвезу. Я знаю дорогу в аэропорт. За 15 минут? Невозможно. Потанцуем? Не-н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 е. Я полагаю, Марселос, мой муж и твой босс, сказал тебе развлечь меня и делать, что я хочу. Хочу танцевать, хочу победить, хочу этот кубок.
Так что Помним. Танцуй лучше. Поприветствуем первых претендентов! Потанцуем? Не-н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 е. Я полагаю, Марселос, мой муж и твой босс, сказал тебе развлечь меня и делать, что я хочу. Раунд завершен. Подсчитайте баллы и сыграем раунд номер 4. В четвертом раунде я покажу вам 7 альтернативных постеров к известным фильмам. Готовы? Внимание, первый постер. Считайте баллы и сыграем финальный раунд. Этот раунд станет решающим. Я покажу вам актеров, которые играли одних и тех же персонажей в разных лентах. Ваша задача – назвать этих персонажей. Поехали!
Раунд завершен. Подсчитайте финальные результаты игры. Поздравляю, вы прошли все кинораунды. Побеждает игрок или команда, которая набрала наибольшее количество баллов. Если баллов равное количество, то победителем становится тот, кто выиграл в последнем раунде. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новый квиз. И смотрите все самое интересное на видеосервисе Вока. Пишите в комментариях, сколько баллов вы набрали и какой раунд вам понравился больше всего. До встречи!